Армия и спорт всегда едины. Этот девиз в полной мере можно отнести и к чемпионату по плаванию, который проходил в рамках ежегодной спартакиады центральных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации. В ходе проведения соревнований были продемонстрированы высокие результаты, которые подтверждают хорошую физическую форму участников спартакиады. Одна из самых главных целей – это укрепление здоровья военнослужащих, вовлечение их в занятия физической культурой и спортом. С каждым годом уровень физической подготовленности военнослужащих центральных органов управления повышается, и количество участников в сравнении с прошлым годом выше увеличилось на 34%. К участию в спартакиаде допускаются военнослужащие и государственные гражданские служащие, проходящие военную службу по контракту и работающие на штатных должностях в центральных органах военного управления. Формально во время соревнований есть победители и проигравшие. Они формально выигрывают все, так как спорт – это жизнь, здоровье и сила духа.